Владимир, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Эльдаром и с творчеством ансамбль «Суффикс»? Вы знаете, это счастливое стечение обстоятельств. Мой друг и коллега Павел Владимирович Брюн, с которым мы много лет тому назад познакомились в Лас-Вегасе. Он был представителем цирка «Дю Солей» и работал с этой с группой, коллективом. И наша дружба, видите, как переросла, что через 20 лет мы занимаемся одним делом. Да. Работаем в театре, в нашем театре Олега Табакова, в школе. И у нас была задумка, которую мы воплотили. Наше открытие, которое было, называлось «Атом Солнца», посвященное нашему учителю Олегу Павловичу Табакову. «Атом Солнца», я перевожу, что это такое. Когда-то Розов сказал про Олега Павловича, что вот этот молодой человек проглотил атом Солнца. Атом Солнца – это и есть талант. Вот, и я хотел, чтобы мы продемонстрировали и возможности нашего коллектива, и возможности сцены, потому что она у нас уникальна. И для этого оформления мне нужен был человек, который